на меня идет. Готов? Оп, я промазал. О, Николай взял. Отлично, два черка. Вот это были выстрелы. Нормальненько. Чик. Оп. Ох ты, нифига, готов. Камыш прямо вот рядышком. А я не стал стрелять, думал, далековато. Отличный выстрел. Нифига, на таком расстоянии. Молодец. Я даже не стал стрелять. Коля! Готов. Молодец. Красиво ты его взял. Только перья вон полетели. Ходит. Готов! Вообще я его взял, прям в броню впорол. Нормально. Да не, черочек. Соксун? Ну ты соксуна до того взял, и этот соксун. Вообще нормально. Ну, отличненько. Справа сейчас сядет, пускай садится. Или он мимо. Сядет, сядет, пускай сядет. На нафиг. Ушел в броню. А, нет, подраночек. Ты крыло заломал. А он все, помер. Смотри, вверх ногами, да, лег? Но надо его забирать на лодке. Вот этот дальненький. Забираем. Отличная уточка. Отлично. Плывем обратно. Их грязище застреет, блин. Воды очень мало. Продолжаем охоту. Готов! В два выстрела, да, Николай? Классно. Отличненько. Вот это да. Пошел. Соксун, да? Ну нифига, он аж туда упал. Нашел, он мертв, да, падал же? Камнем устал. Ну ничего, охота есть охота. Лебедей куча, ну полетела. Дальше ждем налетов. Хочешь посмотреть, как надо сидячую утку бить? Сидящую утку нужно бить вот так вот в упор. Кому-то это, конечно, не понравится, но головы нет, клюв нижний и язык. Зато туловище все целое. Вот так вот стреляет ИШ-58МА с патронов рекорд. Четко в голову целишься. Опа! Ну, вышли мы с озера с Николаем, добыли вот такую партию трофеев. Как бы слабенько утка ходила, но нам удалось что-то добыть. И это была наша с Николаем заключающая охота в 2021 году. Осень. О, лебедь садится, как красиво. Расправил крылья. И... следующая охота у нас будет только в 2022 году весной. Так что всем удачи, всем пока, всем ни пуха, ни пера. У кого еще утка есть, то охотится на утку. Все, всем удачи. А мы прощаемся с этим замечательным озером, с нашими трофеями. Впереди у нас зимняя рыбалка, охота на зайца. Все. Пока!